Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 25 лет, рост 175 сантиметров, вес 66 и 1,5 килограмма. Профессиональный рекорд 12 боев, 8 побед, 4 поражения. А вы, господа, встречайте из Кыргызстана Нема Абдрашитов! И его соперник Красногруппу. Ему 22 года, рост 173 сантиметра, вес 67 и 1,5 килограмма. Профессиональный рекорд 11 боев, 7 побед, 4 поражения. Дамы и господа из России! Боец в красном углу получает предупреждение за превышение лимита весовой категории. Петрант. Шестому камеру батарею нужен. Ну вот так вот начинает поединок Ламберт Ахьядов с желтой карточки, которая может сказаться на судейском решении, обязательно скажется, если дело дойдет до подсчета очков в этом поединке, если бой пройдет всю дистанцию. Ламберт в перчатках с красным скотчем, боец в перчатке с синим скотчем, Немат Абдрашитов. Начинает не спеша первый раунд в стойке, пока оба друг к другу присматриваются. Похожие послужные списки у бойцов. На одну победу больше у Абдрашитова. У Немата Абдрашитова из 8 побед 3 победы нокаутом либо техническим нокаутом. 4 раза он выигрывал приемами. И одна победа по очкам. Занял центр клетки Немат Абдрашитов. И так не спеша поддавливает Ахьядова. Вот сейчас пробивает Ламберт несколько ниже пояса. Но это чисто боевой эпизод. Удар был однозначно непреднамерен. Извиняется Ахьядов перед соперником. У Ламберта из 7 побед 1 победа нокаутом. Четыре раза он выигрывал по очкам и дважды побеждал приемами. Оба бойца проходили дистанцию в 3 раунда. Полностью, поэтому должны быть, в принципе, готовы очень неплохо. Продолжают работать в стойке оба. Лоу-кик от Абдрашитова. Точно таким же отвечает Ламберт Ахьядов. Колено. Клинч от Ахьядова. Еще раз он добавляет колено. И идет на обострение Ламберт Ахьядов. Но сейчас Абдрашитов его связал. Ахьядову удалось развернуть своего соперника в сетке. И сейчас он попытается провести тейкдаун. Пошире ставить ноги Абдрашитову, который попытался забрать шею.
И снова продолжается бой в клинче в стойке. И опять очень неплохо колено залетело на этот раз от Абдрашитова. Обменялись крюками бойцы на ближней дистанции в стойке. И мы видим, что пошел вперед уже Ламберт Ахьядов. Достает он лоу-киком Немата Абдрашитова. Здесь Немат промахивается справа. Забирает Абдрашитов шею. И уже с его стороны попытка попытаться придушить соперника, но через руку это сделать сложно. Попадает апперкотом с дистанции Ахьядов, но, простите, Абдрашитов, но Ахьядов показывает, что может он справляться с пропущенными ударами в плане держания. И первый раунд. Второй раунд. Второй раунд. Пошел вперед в начале второго раунда Ламберт Ахьядов. Боец в перчатках с красным скотчем. Его соперник Немат Абдрашитов. Ахьядов представляет Россию, Абдрашитов – Киргизию. Размашисто отработал Абдрашитов, промахнулся и нарвался на встречный удар справа от Ахьядова. Полулегкий вес, весовая категория до 65 килограммов 800 граммов. Четвертая пара бойцов этого дивизиона за сегодняшнюю программу вечера. Бэкфист от Абдрашитова, на месте блок у Ахьядова. Вертушка, но так скользнула только она по корпусу Ламберта. Пошел в атаку с ударом Ахьядов, но ответил коленом Абдрашитов. Вот такая взрывная атака. Выпала капа при этом. Хороший размен. Попадают оба, но мне показалось, удары Немата Абдрашитова даже так были пожестче,
Тем не менее, Ламберт Ахьядов настоящий реваншист. Клинч в стойке. Очень короткий. Не достал сейчас Абдрашитов. И отходит Немат назад. Тянет на себя соперника. Ламберда просить об атаке дважды не надо. Он достаточно агрессивно работает во втором раунде. Хорошо здесь достал, кстати, Ахьядов соперника. Вот видел эту атаку Абдрашитов и, в общем-то, избежал неприятности. Попытался провести Абдрашитов в бэкфист и тут же поймал его ударом Ахьядов. И опять попадает Ламберт и опять выбивает ударом капу у Немата Абдрашитова. И еще одна неплохая двойка. Но вот такое ощущение, что во втором раунде в стойке перебивает Абдрашитова Ахьядов. Точнее как-то смотрится. Опять попытался встретить апперкотом Ламберда Немат Абдрашитов, но удар прошил воздух. Правый боковой у Ахьядова проходит точно. И еще два удара. Такое ощущение, что повело немножко Немата Абдрашитова. Заканчивается второй раунд хорошей серией от Ламберда Ахьядова. Клинчу. Третий раунд. Неплохой хай-кик от Ламберда Ахьядова. Боец в перчатках с красным скотчем. Боец из России. Лоу-кик от него же. Отвечает Немат Абдрашитов. Боец в перчатках с синим скотчем, представляющий Киргизию. Кыргызстан. Бой в полулегком весе. Весовая категория до 65 килограммов.
800 граммов. Весьма неплохо поработал Ламберт Ахьедов во втором раунде в стойке. Особенно удалась ему концовка, где даже показалось, он слегка потряс Немата Абдрашитова. Поэтому Немату нужно что-то менять в своей тактике. Ахьедов соперника начал постепенно читать. Вот опять достает справа и тут же подключает правое колено Ламберт Ахьедов. И опять колено в инсайде. Очень неплохо пользуется конечностями и разрывает дистанцию с ударом Ахьедов. Уходит от локтя. Вот тут попал Абдрашитов навстречу. Два удара справа. Ну, кстати, спокойно пускает на удобную дистанцию для Ламберда Ахьедова. Немат Абдрашитов. Здесь удар ниже пояса, но я думаю, тоже чисто боевой эпизод. Клинч в стойке, поджал Абдрашитова к сетке Ламберт Ахьедов. И такой бэкфист в его исполнении. И снова размен в стойке. И снова лучше смотрится Ламберт Ахьедов, он точнее. И снова попадает он справа. Одним ударом отвечает Абдрашитов. Поджал к сетке Абдрашитова Ламберт Ахьедов. Будет ли попытка перевода в партер? Да нет. Ненадолго отклеился с несколькими ударами, затем снова приклеился Ламберт Ахьедов. И вот, наконец-то, тейкдаун. Сверху в маунте уже Ахьедов и начинает работать локтями. Ну а сейчас можно попытаться придушить соперника. И все, сдача. Ламберт Ахьедов задушил Немата Абдрашитова. Я держал в самом конце финального раунда досрочную победу. Let's go.
Итак, дамы и господа, время остановки боя 4 минуты и 56 секунд третьего раунда. Удушающим приемом побеждает Лондон Ашана! Поздравляем Ламберда Ахьянова с досрочной победой и уважением его сопернику Немату Абдрашидову. Ламберд, ассаламу алейкум. Далтехи Берти, поздравляю тебя с победой. Нельзя сказать, что эта победа далась тебе легко. Видно, что ты очень устал, очень вымотан. Что ты можешь сказать? Просто прокомментируй свое состояние и бой. Во-первых, я неправильно сгонял вес, и поэтому такие сложности в дыхании. А так по бою, я знал, что у меня желтая карточка. Я просто шел вперед, чтобы досрочно выиграть бой. Потому что в руках судьи нельзя оставлять желтую карточку. То есть нужно было выигрывать все раунды или просто досрочно завершать поединок? Просто идти вперед, показать дух, и все. Хорошо тебе подсказывали секунданты, и ты очень хорошо их слушался. Насколько их помощь тебе помогла в этом поединке? С первого моего прибытия в Беркут мне помогал Альберт Тураев во всех аспектах. То есть подготовки, восстановлению, сгонки веса. А так все наши тренера, весь бойцовский наш клуб очень помогли мне.